Добрый день всем! Сегодня будем снимать распаковку робота-пылесоса с функцией влажной уборки от Xiaomi. Видим его характеристики здесь. Коробка запакована. В коробку была вложена инструкция по эксплуатации на украинском языке. Давайте распаковывать. Итак, в коробке мы видим гарантийное уведомление, гарантийная книжка. Собственно, сам пылесос, шнур для зарядки и станция, которая будет для зарядки девайса. Как видим, все упаковано в индивидуальные пакеты. Сам пылесос достаточно тяжелый, весит килограмма 4, наверное. И плюс идут щеточки, микрофибры и еще какие-то микрофибры, тряпочки, я так понимаю, про запас. Вот мы, собственно, подключили пылесос к розетке, присоединили его к зарядной станции. Как видим, он реагирует, когда прикасается к зарядке, говорит о том, что он начинает заряжаться. При открывании крышки видим здесь контейнер для сухого мусора, также здесь идет контейнер для воды и сухого мусора, два в одном, то есть для влажной и сухой уборки. Также здесь есть щеточка для того, чтобы прочищать фильтры и контейнеры от пыли. Видим, кошке тоже все очень нравится. Также идет насадочка для влажной уборки. Эта тряпочка снимается, то есть ее нужно отдельно просушить, и она присоединяется к пылесосу. Вот тут вот сзади, таким образом. Вот тут вот. И она входит сюда, и пылесос сразу моет. Спасибо розетке за возможность купить качественную технику. Посмотрим, как пылесос будет вести себя в дальнейшем.